Если ты получишь урон, то видео заканчивается. Ну, давайте попробуем. Я выбрал Форсос для этого челленджа. Это же игра очень легкая. Ее же все бессмертей прошли. Значит, и пройдут без урона. У меня одна попытка. Вопрос дня. Получится ли у меня долго продержаться? Или же не выйдет? Буду проходить быстро, потому что не хочу занимать у вас большое количество времени, потому что это те еще странные ролики, точнее странный формат роликов. Но чтобы канал не пустел, приходится идти на такой риск. И первый уровень пройден. Все, придумайте ему имя и забирайте фанперса. Я прям вам это раздаю. Раздача фанперсов Sonic Forces. И Соник повержен. О нет. И резко мы узнаем, что Соник жив. Плохое сценарное решение, но... Это же игра про Соника. Если бы они назвали Sega Forces какой-нибудь. Или Sonic Team Forces, я не знаю. Сложно придумать, потому что... главный все равно Соник. Получится ли у меня продержаться долго? Вопрос дня, правда. Но мы уже на втором уровне. Это уже классно. Хорошо даже. И классный музон пошел. Катсцена. Во время уровня. Вот бы побольше такого в новых играх. Серьезно, мне понравилась эта идея, вот серьезно. Типа, это неплохо. Можно сэндвич сделать. Правда, я не ем сэндвич. Ну, Сэм уже понравилось. Есть сэндвич. Вкусно, Сэм? Вкусно. И мы прошли второй уровень. В принципе, тут только шипы есть, но будет очень тупо, если я сейчас получу урон от них. Мы прошли второй уровень. Погнали в третий за классик Соника. Мне кажется, здесь я получу урон. Большие шансы помереть здесь. Чуть не помер. Третий уровень пройден. Где же я просру? Вот мне интересно, где я просру, вот серьезно. В принципе, в Мании этот челлендж был бы тоже легким. Типа, в Сонике умереть или получить урон, это... Типа... Немного сложно. Ну, типа, если стараться, в принципе, играть, как я сейчас и делаю, то, в принципе, можно даже игру пройти. Главное быть аккуратным. Четвертый уровень. И 200 колец. Руш, помолчи, пожалуйста.
Секция, где можно получить урон, если не туда гонять. Кольца в помощь. Кольца говорят, куда идти надо. Все будет отлично. Четвертый уровень пройден. Босс Завок. Босс Завок. Босс Завок. Босс Завок. Короче, я не буду стараться проходить всю игру так. Потому что мне мало кто поверит, что я реально тут тащу игра, гоняю. Потому что это нарезка, чтобы вас не томить. Делаю все с монтажиком мини. Буду стараться, по крайней мере. Может быть, когда-нибудь, на стриме поиграю я с этим челленджем. И, может, даже пройду. Но мне нечего доказывать. Я прошел форсы без смертей. И мало кто осилил это. И, ну, типа, плевать вообще мне на это. Сами поставили челлендж, я выполнил, они нет. Если я начну челлендж по без урона, то тем более никто не пройдет. Ну вы понимаете, к чему я, да? И финальные удары. Ну он получил по заслугам. Очень нравится этот момент, прям Соник избивает нормально по-пацански. Завока? Так ему и надо. Ежедневный этап я прошел. Вау! И мне дали лайтнинг. Можно его сейчас применить. А, не сейчас, а... В каком уровне? Я уже не... В 7-м, по-моему. Да, в 7-м уровне можно его применить. В арсенал пирамид. Чтоб облегчить себе жизнь. Так и сделаем. И мы прошли 6-й уровень. 7-й уровень. Пирамида арсенала. Давайте для него мы возьмем другой виспон, сказал я себе. А игра сказала нет. Ну чё, мой пацанчик готов. Осталось взять виспон. У меня есть щит, точнее барьер. Но это все равно будет уроном, так что это мне не особо поможет. Погнали! Так, я вниз. Спасибо. За Редстаром. Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna give nothing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. Это было мощно. 7-й уровень пройден. Е-бой. Мне кажется, на боссе сдохну. На 9-м. На 9-м этапе, наверное, помогу. А может и на этом? Кто знает? Привет, ребятки! Восьмой уровень пройден. Ну, значит, на 9-м уровне умру. И так, наверное, буду каждый раз говорить. Потому что это надолго будет. Эх. Ну, зато ролик подлиннее, чем мания будет. Ну попробуем инфинита одолеть. Инфинит! Ты попал! Победа!
Девятый уровень пройден. Classic Sonic. Десятый уровень. Зеленые холмы. Зеленые холмы. Мне кажется, на боссе помогу. Гринхилем. Я, мне кажется, там не смогу без урона. Уровень пройден. Е-бой. The same, all you remember has gone away, but you're still standing here.